давно как бы решаем вопрос, и у нас, слава богу, вот так остро не стоит каких-то межнациональных, так, ну а бытовые они нормальные явления, как в какой-то дружной нормальной семье. А у нас в России, слава богу, очень многонациональна. Со своей культурой, своим языком, традициями и так далее, и так далее. Вот это хотелось бы подчеркнуть. То есть во время фильма много споров, в итоге хэппи-энд, правильно? Да, да. Самое гениальное. А роль долго осваивали, вживались в нее, в роль свою? Ну как? Я до сих пор вживаюсь. Я же работаю. Каждый дубль это... Это же не просто, понимаете, взял роль, и тебе дали говорить текст. Что за человек, чего он, взаимоотношениями, ну и так далее. Это такая актерская кухня, когда надо работать. С кем, как ты к этому относишься, как к этому, кто это, дочь, сват, брат, чужой человек, ну и так далее. И так далее. Это же все надо продумать, это не просто так. Василий Иванович, вы снимаете новогоднее кино к Новому году, как я знаю. Удастся вашему фильму все-таки подвинуть «Иронию судьбы»? Ну, нет. То они разные. Нет, они разные. Поэтому, как бы, ну, подвинуть. Ну, я понимаю, нет, мне трудно сейчас сказать, потому что как получится, что получится, это уже... Потом зрители расскажут все, что они о нас думают. Спасибо. Я надеюсь, что должно получиться. Спасибо.